Несмотря на огромные сугробы за окном, в теплицах Боротаевки всегда солнечное лето. Круглый год в тепличном выращивают овощи, ягоды и цветы. 2023 стал рекордным. Впервые за всю историю предприятия годовой объем валового сбора продукции превысил 15 тысяч тонн. Урожайность выросла на 10%. С успехом работников поздравил губернатор Алексей Русских. На сегодняшний день акционерное общество показывает очень хорошие экономические показатели. За 23 год прибыль предприятия составила около 100 миллионов рублей. Область получила более 30 миллионов дивидендов. Происходит обновление техники, закупка нового оборудования, несколько единиц автомобильной техники мы приобрели, потому что отгрузка производится на наших рефрижераторах. На данный момент в теплицах с любовью выращивают огурцы, томаты, разнообразную зелень, розы и, конечно, ароматную землянику. Летняя ягода круглый год попадает на прилавки ульяновских магазинов. Стабильно пользуется спросом. У жителей Ульяновской области, у жителей города Ульяновск, мы не так много его производим, поэтому практически весь объем мы реализуем через наши розничные сети, у нас стационарных магазинов, 5 автолавок. То есть все в Ульяновске продается, в Ульяновской области? Да. Она у нас экологически чистая, она не такая пластиковая, как-то импортная, поэтому она не хранится месяц, ее надо есть 2-3 дня, иначе нужно начинать течь. Росту урожайности поспособствовала модернизация. На предприятии изменили структуру освещения, поменяли светильники и отражатели. Сделали новые складские помещения, где будут сортировать и отгружать продукцию. Это позволит увеличить пропускную способность хозяйства до 1000 тонн овощей в месяц. Кстати, первые партии огурцов и томатов этого года будут готовы к отгрузке в ульяновские магазины в начале февраля. Сейчас овощи находятся в фазе созревания. Анна Тищенко, Улправда ТВ.